Сижу такой, бухаю с Петровичем, никого не трогаю, но тут доебывается до меня его дочка. Дядя Кирилл! Ты как сюда попала вообще? Эй, я с тобой разговариваю! Бомжи на улице пунт подняли из-за того, что я у них эту устрицу спиздила. Они выйти нам не дают. Не воруй у старших! Ольга Петровна. Бармен, нужна еще рюмка. Это уже 20-я. Бля. Ха, береги коньяк, шлюха. Дай пройти. Блять, в натуре бомжи бунт подняли. Эй, это собутыльник отца той девки, что у нас устрицу украла. Украдем обратно. Но мы сами эту устрицу изначально спиздили. Снова бомжей разматывать? Ну давайте! Опусти! Не кусю! Хуяк! 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 Где джиу-джитсу обучился? Это тэквондо! Это чё? Забор? Ненавижу, блядь, заборы! Это он! Отпиздить? Отпиздить! А может договоримся? Лучше отпиздить! Верни устрицу! Как будто она у меня есть! Видишь, блядь, устрицу? Хоп! Ва-ван! Хуяндок! Вот и я не вижу! Ни хрена себе, сколько вас тут! Ебать, а дробовики откуда? Сами собрал! Ты окружен, отдавай устрицу! Не надейся! А пиштам тоже сами собрали! Кто трубу уронил? О, это моя, спасибо, что нашел! Не благодари! Катана? А это уже моя! Не мусори, сука! Это моя катана, он пиздит! На, блять, на, подави! Благодарю! Опять заборы, блять. Сюда иди! Нахуй иди! Хочешь по ебальнику? Не очень! Ша! Заходи, сзади заходи! Хорошо! Спасибо за предупреждение! Мужик, дай 2 гривны! Сам намели! Еда! Я невкусный! Куда по людям целишься? Это пневмат! Ок! Привет! Ай, блять, не хватит! Уже зубов не осталось! Убедил! Бля! И тут нападает на меня предводитель бомжей, самый бомжатский бомж в белой куртке. За рубаху меня взял, я такой за запястье его хватаю и хуяк ладонью по носу. Такое лицо у него было после этого, угар прям. К стене его прижимаю и начинаю ебашить, он аж улетел 3 метра. Потом беру такой какую-то хуйню с земли, на мангал похоже, хуяк справа налево по башке и 1, 2, 3 по почкам, 1, 2, 3 по почкам. Он, конечно, после этого прихуел нехило, с ноги мне уебал, но я тоже не пальцем деланный. Джамп-кик крутанул, а потом вообще пиздец. Беру велосипед, повалил его на землю этим же велосипедом, и со разворота хуяк велосипед аж на гайке разлетелся. Я удивился, как сам бомжара жив остался. Ты прикинь, он поднимается, как ни в чем не бывало, и походу с похмелья уснул стоя. Но я человек интеллигентный, надо же разбудить пацана, а то упадет ведь. Зарядился энергией, пощечину провел, он сразу же активировался. Захотел меня обнять спросонья, но я не в настроении для обнимашек был, пришлось усмирить мужичка. Пидорас! Черт, где бы еще побухать, а? Эй, чувак, где побухать можно? Опять ты! Что с офисом Газпрома до меня доебался, что? Вжух! Приветствую! Где можно побухать? Иди домой бухай, что ты доебался! Дома не пью! Не хочешь бухать здесь? Будешь бухать на том свете! Ну и угрозы у тебя, боюсь. Неделю придумывал, нравится? Очень! Не надо, не! Ай! Надо, сука, надо! Хоба! Хоба! Бля, пропустил! Чё ты фу, смеёшься? Устал? На, блядь! Нюхай бебру! Да!
теперь? Где можно выпить? Где, блядь? Есть клуб. Три распиздяя. Там владельцы двоебала в красном. Тогда почему три распиздяя называется? А вот этот вопрос им и задашь. Где этот клуб? Рядом с площадью. Да не так уж сильно я ударил. Алло-алло, массажный салон Разминатель 3000 предлагает особое предложение. Сеанс массажа всего 666 рублей. Мы находимся на улице Ленина, дом Тюленина. Не упустите свой шанс. Клуб три распиздяя. Эй, этот чувак стоит там уже минут 5 и пялится на вас. Эй, диджей, у тебя что за хуйня играет? Ты чё, ебан? Хе, он еще будет учить нас выбору музыки. Ха-ха, тогда включаем похоронный марш в твою честь. Два распиздяя. Какой еще марш? А ну, фонг врубил, блядь. Заставь. Ау. Да. Охрана, ебаните его шокером. Сейчас? Да, поздно. Ай, только не прогиб. Хе-ха. Оп, ты где? Оп, сука! Оп, на, блядь! Сука! Ха! Куда? Ты ж не хуя! Ух ты ж танцор хренов! Научить? Я подумаю! Хоба! Ах ты сука! Сам ты сука! Целоваться любишь? Целую стену, блядь! Да! Сейчас переключим музыку. Ай! Не-не-не-не-не-не-не! Уже получше. Что тут еще накачано? А, много чего. Гигабайты свежего музла. Сразу надо было с этого начинать. Улица Ленина, дом Тюленина. Вы кто? Я охранник данного здания. Вы записывались? Мне позвонили с рекламой. Странно вы на меня смотрите. Да рука что-то чешется, хочется кому-нибудь в ебало дать. Массивный охранник. У меня тоже. Поможем друг другу? С радостью! Ох, бля, ша, ша! Ох, мой локоть! Не ожидал, да? У меня цитатовый кулак! Что это за охранник? Ёпта! Я чё-то передумал пиздиться. Эх, на, блядь! Ну ты разошёлся! Дыщ! Оу! Хуяк! Мля! Меня ж зарплаты лишат! Хе-хе-хе! Если это охранник, страшно подумать, кто у них массажист. Макароны есть? Нет, блядь, пить! Заказывай! Здравствуйте! Хуяствуйте! Оу, я ж любя! Да, блядь, ебучие патроны. Ха! Это у них массажисты такие? Меченосцы. Я эту лампу за свои деньги покупал! Соболезную! Моя лампа! Слезами горю не поможешь! Я эту лампу устанавливал! Значит, снова установишь! Нам нужно подкрепление! Да ради бога! Ребят, у него стол! Отступаем! Хуя! Хуя! Хуя!
кто тут лампу уронил? Я официант расстрелял! Тоже хочешь? Давай! Ты чё тут забыл? Я клиент! Иди тогда к своему столу! Что там кот делал? О, кухня, что вы тут готовите? Макароны! Покупаю! Что в шкафчике? Не знаю! Смотри! Блять! Карусель любишь? Нет! Соболезную! Шеф-повар на месте! Привет, блять! Хопну! Здравствуйте! Я тут главный массажист! Докажите, что наш массаж вам действительно необходим. Это можно устроить. Массажист. Сколько ваза стоит? 300 тысяч. Извиняюсь. Мне кажется, это не похоже на массаж. Вы так считаете? Наша техника уникальна. Вот наши грамоты. Лучшие массажисты Китая. Ну это же паспорта. Удачного сеанса. Пыщ. Мля, я маслину поймал. Пуньк. Пыщ. Вы кто? Пыщ. Пчел. А ты долбоеб. Массажного салона здесь нет как 3 месяца. Это теперь ресторан. Но мне же звонили с рекламой. Это банда китайцев-садистов людей разводит. Я уже месяц за ними слежу. И наконец-то разобрался. Пора уходить отсюда.